Добрый день, друзья! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на моем канале «Креативный клуб вязания и успех». Сегодня выходной, и мы с семьей решили поехать здесь, у нас в Нидерландах, в сафари-парк Бексенберген. Он находится в Тилбурге, нам ехать больше часа. Ни разу не были в этом сафари-парке, но я многое слышала, и мне стало очень интересно. Насколько я правильно поняла, это не точно, мы узнаем уже, когда приедем. Но насколько я правильно поняла, ты едешь прямо на машине сквозь этот парк, и там жирафы ходят, даже, по-моему, львы. Но я не уверена, что львы прям бегают. Ну, в общем, вот такие дикие животные, и очень хочется посмотреть вот с такой точки зрения на них, когда они прям вот здесь мимо тебя ходят. Так что едем и буду там снимать для вас. Так, вот мы уже подъехали, сафари-парк направо. Сейчас будем заезжать. Сегодня погода нас порадовала, потому что сейчас довольно прохладно, но сегодня солнечно, поэтому надеюсь, что всех рассмотрим. Так, ну что, мы заезжаем в парк, друзья. Выходить нельзя из машины. Очень хочется уже потрогать зебру, если честно. Так, вот я вижу зебр. Я не вижу, они без ограждения стоят, да? Похоже, что без ограждения, вот поэтому и нельзя выходить из машины. То есть вот машины могут постепенно так подъехать к ним поближе. Вот мы сейчас подъезжаем. Надеюсь, вам видно. Вот они, зебры. Класс. Какие симпатичные. И вот мы мимо них проезжаем. Это что за красавец здесь? Посмотрите, с какими рогами. Я даже не знаю, что это вообще за животное. Парнокопытное какое-то. Посмотрите, какие острые рога у него. И вот они там прям ходят. Видите, вот машины останавливаются, едут. Они прям мимо ходят, они не боятся. Ну, здорово, интересно очень. Так, здесь вот мы в небольшой пробке, потому что все хотят посмотреть вот этих вот бычков из Скотланда. Да, у них как будто челки. Не как будто, а челки у них. Посмотрите, какие прикольные. Так. Какие они мохнатые. Hello. У них реснички такие красивые. А вот здесь один черный, я не знаю, может быть, это бык-мужчина, непонятно. Симпатяшки. Вот и мне жарко, мне интересно. Их кто-нибудь расчесывает? Какие рога огромные. Здесь мы подъезжаем к верблюдам. Верблюды, кстати, здесь пасутся, если так правильно можно сказать, вместе вот с такими мустангами дикими. И там олени, кстати, есть. И вот здесь вот типа амфитеатра, здесь люди тоже сидят, издалека смотрят. Те, которые не на машине, то есть здесь можно и пешком ходить, но за заграждением. И вот как мы на машине, ну тогда мы, конечно, можем к ним поближе подъехать. Посмотрите, какие красивые. Их здесь хорошо кормят, они довольны, но они вообще никакого внимания на машин эти животные не обращают. Они спокойно себя ведут, они вот так посматривают. Иногда даже могут дорогу перейти. Так что у них здесь все хорошо. Такие красавчики. Посмотрите, какой страус тут у нас вышел на дорогу. Он прям к нам идет. Обалдеть. Привет. У него то... Я никогда так близко не видела. Вот в этом и прикол этого зоопарка, что, смотрите, они прямо мимо вас идут, подходят к вам, ничего не боятся. Красавчики. Прямо перед нами прошел. Мы заезжаем сейчас с жирафом. Really like Но
Посмотрите, какое небо красивое. In that event, keep your windows closed and do not feed the animals. Слышите, говорят, что нужно держать окна закрытыми и не кормить животных. Вон они, я вижу их. Видите? Подъезжаем. Посмотрите на этих красавцев. Привет! Они все решили прийти к нам. Один сейчас на наших глазах облизал чью-то машину. Один жираф отделился от группы стоящей и прям подходит ближе к машинам. Смотрите. Я когда смотрела вообще видео из этого парка, то видела, что иногда жирафы подходят к машине. Посмотрите, он к нам идет. И они облизывают машину. Соня, посмотрите. Он сюда идет. Привет! Привет, привет! Так, окна закрываем, потому что он реально идет сюда. Посмотрите, какой у него язык. Красавчик. Вот это я понимаю рост. Вот это благородство. Привет! Это, знаете, мойка машин. Посмотрите, жирафы сейчас подходят и облизывают все своими языками. Но к нашей, кстати, не подошли пока что. О боже, какой огромный язык! Так, иди к нам. Соня, посмотри сюда. Посмотрите. Он сейчас и нашу машину оближет, мне кажется. Привет! Ну, подходи уже к нам, подходи. Да, вот такая морда. Соня, посмотри. Соня, он на меня смотрит. Соня! Да. О боже, боже. He doesn't like my car. Ему, я не успела заснять, как он нашу машину. Ну что, друзья, мы уже запарковали машину. И мы проехали сквозь весь парк, как вы видели. Очень здорово, мне очень понравилось именно вот такое сафари-ауто, потому что мы максимально близко могли приблизиться к животным. И сейчас мы вышли и также прогуливаемся, тоже очень хорошо видно животных, но решили немножко пройтись. Еще дополнительно посмотреть, я вам тоже сейчас еще сниму немножко. Посмотрите, здорово, как подошла поближе. Целых 3 львицы, на английском лионесса. Называется, вот они легли на какой-то фургон. Отдыхают. Очень хорошо видно. Здесь вот люди прогуливаются, снимают. Мне очень их хвосты нравятся. Такие кисточки на конце красивые. А вот льва я нигде не вижу. А, нет, вижу, друзья. Я не знаю, вам видно или нет. Вот там сзади фургона они лежат. Львы. Львы подустали. Львицы сидят, а львы легли. У них, видимо, сейчас время обеденное, послеобеденное. Вот смотрите, здесь зебра идет. Мы тут смотрим. Вот в такой увеличивающий аппарат. О, вот зебра идет к нам. Давай, зебра, иди. Классная. Зебра – это самое контрастное животное в мире. И посмотрите, как красиво распределяются у нее эти полоски. Да, она идет к нам. Привет! Пришла покрасоваться, потому что видит, что ее снимают. Зебра. Вот, зебра. Там внизу это она под мостом может пройти. Так, пойдемте на другую сторону. Посмотрим, где зебра выйдет. Вот и зебра вышла. Здорово, что так близко можно за ними наблюдать. И довольно большие территории у животных. Так что они себя здесь очень даже хорошо чувствуют. Ну и завершаем мы нашу прогулку в сафари-парке прогулкой на лодочке. Надеюсь, успею снять, потому что телефон разряжается.
ждали целых полчаса, чтобы прокатиться. Это бесплатно, это включено в билет, поэтому все-таки хотелось проехать, посмотреть, где же лодка именно будет плыть, кого мы там еще увидим из животных, может быть, кого мы не видели. И вот лодочка приближается. Так, ну что, уже в лодочке сидим, сейчас отправляемся. Там сзади львы, которых я показывала. Погода хорошая, потому что несколько дней шли дожди, и сегодня прям отлично. Ну что, друзья, вот и закончилась наша прогулка по сафари-парку. Я думаю, вам понравилось. Берите на заметку, если приедете в Нидерланды, обязательно посетите этот парк. Очень классно, здесь можно и на машине проехать, и очень близко увидеть всех животных, и прогуляться. И до встречи в новых видео. Пока-пока!